Всех привет и приятного просмотра. Продолжаем мы проходить XCOM. Так, что хотел? Лаборатория у нас исследований происходит, да? Инженерские постройки. Я хотел бы инженерский модуль, спутник еще строится. Электричество строится. Значит, здесь пока мы ничего не строим. Но тут будет в будущем у нас генетики. Вот это вот, которое я хочу сделать. Так, оружие и техника. У нас пока ничего такого нет. Только спутники можно построить. И, у нас только на лабораторию, дай бог, будет денег. А то, что у нас 6 апреля всего лишь, у нас ничего такого нету, да? Блин, плохо. Вернуться в игру. Казарму я тоже ничего такого не сделаю. Давайте погнали мы... погнали мы в центр управления. И проскакиваем деньги, сканируем. Так, что у нас? А, это паровой, да, это... Паровой, который мы построили, он нам даст больше энергии, да? Давайте начнем строительство, посмотрим, что мы строительство сможем сделать. Так, генератор 357 стал замечательным. Мы можем тут построить лабораторию киберка, да, гиберк генетики. Эта постройка научная лаборатория поможет нам генетической модификации наших бойцов, что касается аналогов здания. Она улучшает работу так же, как и обычная лаборатория. Здесь мы сможем произвести механизированные скелеты. Это я, конечно, не хочу. Давайте лабораторию генетики сначала. Попробуем по этой линии пойти. Так, начать строительство. 10 дней будет строительство висеть. Погнали. Все. Больше у нас денег нет, господа. Мы без денег, без ничего. Погнали в центр управления, посмотрим, что у нас будет. Мы получили сообщение от совета. Так, погнали. Да, доктор Вален умеет вести допросы. Эта девица – самый страшный кошмар любого лунатика. Хотя с виду она симпатичная. Так, во Франции произошло нападение на военную транспортную колонию. Налетчики были люди, но наши агенты сообщают, что районные... В районе происшествия замечены пришельцы. Если это действительно так, возникает вопрос, что за груз везли эта колонна. Мы должны узнать, как можно скорее начать операцию, конечно. Что вы справитесь? Так. У нас больше стало. Это у нас, я не знаю, брать с собой, не брать с собой. Ну пусть будет, может не надо. Так, давайте уберем и выберем кого-нибудь новенького. Вообще новенького. Вот тебя. Новенькая. У нас так, два пулеметчика, один снайпер. Давайте вот тяжело. Так, блин, как тут все, блин, тяжелые пехоты, штурмовик, вот тяжелая пехота. Давайте изменим тебя, пока дадим отдохнуть. Так, снайпер, штурмовик. Два штурмовика будет. Не, у нас не два штурмовика должно быть, да? Секундочку, убрать. Тяжелая пехота, штурмовик, поддержка. Поддержка, скорее всего, дробовиком, да? Даже так, тяжелое задание. На задание. Поддержка. Не, у нас поддержки нет, получается. Вот поддержка. И поддержку давайте изменим ей. Опа, нифига себе. Не-не-не, нам нужно это... Вот это мне надо. Так, секундочку. Здесь снайпер топует. Давайте вот это изменим все-таки. Ему поставим вот это. Пускай меткость растет. Это граната. Это не гранат. Давайте гранатом пользоваться, я думаю, не буду. Давай тебе вот это оденем. Все, вот такой у нас будет отряд. Сержанта не будет, у нас рядовые, новенькие и рядовые. Значит, начинаем. Да, денег у нас, увы, нету. Очуми просто. Деньги у нас вылетели. Садимся. Конечно, начать операцию. Франция ждет нашей помощи, это срочно. Найти выживших и грузы, обеспечить их безопасность. Понятно, они еще могут... Блин, они заложников все будут убивать, да? Типа того. Плохо.
очень плохо. Ну, у нас сейчас уже пятеро. Сейчас у нас пятеро уже. Было совершено нападение на французскую военную колонну, но никаких подробностей у нас нет. По данным разведки, в том районе действуют пришельцы. Нам надо зачистить сектор и разобраться, что же произошло на самом деле. У нас новая задача. Сюда. Пока никого нету. Боеготовность. Так, ты у нас кто? Давай сюда. А, ты с дробовиком. Тебя ближний бой надо вести. А ты давай куда-нибудь сюда. Там дальше сам не пройдешь. Давай сюда попробуем, рывок. Блин, я лучше на крышу бы кого-нибудь другого засунуть, а. На крышу кого-нибудь другого бы. Вот этого снайпера бы на крышу. Ну давай попробуем тебе рывок сюда сделать. Точнее, вот сюда рывок сделать. Если что, то он прикроет. Так, а ты давай на крышу. А ты у нас новенькая, получается, сюда. Пока все нормально, пока мы никого не видим, и они нас тоже не видят. Так, дальше продолжаем. Тут надо потихонечку выдвигаться. Я предлагаю сюда пойти. Ты боеготовность. Так, и ты давай нам сюда. Беги. Этот пришелец очень похож на человека. Наверное, они специально его вывели для шпионажа. Давайте возьмем его в плен. Я бы с ним пообщался. Блин, я бы, конечно, согласен бы его взять в плен, но у меня, увы. Так, боеготовность у нас есть, значит, ты идешь, может, спокойно сюда, пока ничего не открываешь. Пока ничего не открываешь. Ты у нас... Даже не знаю, куда тебя вести. Давай сюда пока постанешь, на всякий случай. И уходишь в глубокую оборону здесь. Так, ты у нас можешь прикрыться здесь пока. Прикрыться здесь. Я надеюсь на это, вот это прикроет, я надеюсь. Он стреляет по-нашему. Промах замечательно просто. Промах замечательно. Так, ты у нас, блин, а ты у нас не можешь туда забежать, да? Даем мы боеготовность. Ты у нас его видишь, да? Ну ты дробовик, тебе 10% ты сделать ничего не можешь. А, пока боеготовность. Так, ты у нас теперь это. Давай открываем. Я осматриваю все. Понятно все. Готов. Этот выбыл? Как понять так? А, все ясно. Блин, он ядом еще стреляет. Так, давай сюда. Слушаюсь. И боеготовность. Снайпер. Снайпер сюда. Я бой. Я надеюсь, ты сможешь выстрелить по нему. 75% обычный выстрел. Нет. Прям вот снайперу оно плохо, то, что ему приходится это делать. Ладно, давайте потихонечку продвигаемся. А, сколько тебе? 45% сможешь выстрелить попробовать? Да. Сможешь, спокойно сможешь. Замечательно просто. Замечательно. Пока потихонечку продвигаемся. Так. Это боевая готовность, значит, можешь ты прибежать сюда на полную силу. То же самое делаем с тобой. Бля, тут вот он, еще один здесь. Он оказался здесь, хорошо. Он с того угла, хорошо. Значит, ты идешь сюда. Идем, где я полная готовность. Снайпер. Снайпер, 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 снайпер. Давай я сделаю тревог. Так. Сюда переключись.
Ты пока ничего не видишь? Перезаряжаемся, точнее, боеготовность. Вот ты попался. Мимо. Очень плохо. Мимо. И он почти обходит ее. И он попадает по-нашему. Это очень плохо. По виду трупов не похоже, что эти люди были убиты оружием пришельцев. Они погибли от обычных пуль. Понятно. Вот это очень плохо. Очень плохо. Так, кто у нас вообще сейчас ходит? Я не понимаю. Ты у нас ходишь? Слушаюсь. Так. Готовность. Ты у нас видишь его? А, ты с дробовиком, да? А, так, вернуться в режим. Надо тебе куда-нибудь убежать. Сюда тоже опасно. Давай берем тебя сюда. И боеготовность. Ты у нас его не видишь и не слышишь, да? Ты можешь сюда пройти, но только при этом ты тоже его не видишь. Ну ладно. Так, снайпер. Снайпер его не видит. Понятно. Пока сюда идешь. Уходим в глухую оборону с тобой. А ты у нас его видишь, да? Но не очень хорошего. А если возьмешь сюда, добежишь? Попробуй. Второго убивает новичок у нас. Должен, по идее, второго убить. Так. Теперь ты у нас, да? Рывок опасно. Пока. Датчики показывают, что в этой зоне есть живые. У нас новая задача. Хорошо. Поняли. Идем туда. Боевая готовность. Так, ты у нас не очень здоров, но при этом можешь идти дальше. Но плохо то, что у тебя. Так, ты можешь бежать до конца, я тебе предлагаю сделать, она прикроет. Замечена группа противника. Минус 2 всего лишь, но ничего страшного, попадание есть. Так. Идешь сюда. И видишь врага, но стрелять ты при этом не можешь. Твоя оборона. Так, тебе надо прикрывать здесь, получается. Идешь сюда. Куда? Так, 48% сможешь? Мимо диапроса повезло. Черт, он не сдох. Идешь сюда. Боевая подготовка. Тебе 46%. Огонь. Тоже мимо. Как же везет ему. Так, мимо. Ты у нас. Огонь. Тоже мимо, ёб твою мать, как же повезет, а? Это пошивцы просто везет. Так, ты, я надеюсь, прикроешь, да? Да. Плохо. Командир, похоже, здесь остался кто-то живой. Если доставить его на базу и допросить, мы можем узнать, что тут произошло. Да, я прекрасно понимаю. У нас вот это, враг, блин, прям в этого, нашего залез, блин, вверх. Очень плохо. Так, давай сюда. Выхожу. Нашего снайпера сейчас заморачиваются. Так, ты у нас сюда идешь.
Solid copy. Так, пулеметчик. Давай тебе сюда идти. Лучше оставьте меня здесь. Так, ты нечего сказать вам, ребят. Сможешь убить его? Похоже, он единственный выживший свидетель этого боя. Насколько нам известно, он был в числе нападавших. Нужно захватить его, хочет он того или нет. У нас новая задача. Я бы обалдел, если ты не... Бля, тебе же меньше этого. Так. На самом деле не знаю, как им дальше идти. А у нас больше тут ничего нету, да? Снайпер у нас больше всех повредился. Ну ладно, давайте сюда. Я сделаю таким ходом. И более готовность буду. Надо на самом деле перезарядиться. Так, мне надо тебя довести куда-нибудь, чтобы прям призрак хотел сказать. Идешь сюда. В вашем секторе замечены новые объекты. Как вы так промахнулись по ним, блядь? Так. Так. Он здесь. Как мы тут до сюда бежим? Так, мы добежим. Он нас возьмет или нет? Да, он нас увидит. Он нас увидит, и это очень плохо. Это мимо, это хорошо. Это замечательно просто. Мы тебя видим. 70% огонь. Ну, мы не смогли. Но у нас минус то, что... Так, он ничего сделать мне уже не сможет в данный момент. Другая забежать сюда и стрельнуть, что ли? Нет, 30%. Давай попробуем так сделать. Нет, давайте лучше так сделаем мы. Да, блядь, сверху. Это очень плохо. Очень плохо. Ужасный ход мой. Я не думаю, что он сверху заметит меня. Боеготовность. Так, ты не видишь, да, сверху чувака? Уже иду. 57. И снайперу надо очень сильно помочь. Да, снайпер у нас очень сильно пострадает. Так, ты бежишь сюда. Всеми ходами. Травление, блядь, ебучее, а. Так, ты у нас. У тебя нету патронов, да? А пистолетом? Ты сможешь его пристрелить? 1%, это же плохо. Так, ты у нас глухую оборону. Да, это дело вре. Что это красный, не понимаю, горит у нас? Мимо. Мимо. Так. У него отравление, он может скоро погибнуть. А вот это очень плохо. Продолжим. Так. У него нет боевой готовности. Я могу до сюда добежать и это сделать. Да как так, мимо ты учу издеваетесь, что ли? Есть, выполняю. Мы можем потерять тут людей. Так. Пистолет. Снайперка. В голову. 51%. Давай. Есть. У тебя...
автомат перезарядиться надо. Вы никто, вы просто марионетки. Какая оборона. Боец погиб. Блять, минус. Минус. Снайпер у нас минус. Так, рискуем? Лечу рискуем. Туда. Yes, Commander. Let's do this. Я мигом. Так. Один минус то, что у нас все. Пустая трата времени. Находится в одном месте, бля. Внимание! Приближается противник. Понятно. Они все на крыше, что ли? Они все на крыше, это очень плохо. Это очень плохо. Я не могу сюда встать. Выхожу. Делаем вот так. Так, ты то у нас. Идешь сюда. Так, ты у нас остаешься здесь, скорее всего, да? Давай тебе сюда поставим, а? Слушаюсь. И боеготовность. Ты у нас тоже идешь сюда. За танк этот. И полная готовность. А ты между ними станешь. Что вы пытаетесь доказать? Я глухую оборону. Я в порядке. Ложись! Но плохо то, что вся машина загорелась. Машина загорелась. Так, а если я тут подняться смогу? Ну тут вот не один, тут еще один. Вот что плохо. Если я заберусь сюда и простреляю, этот меня прострелит. Не. Дело, значит, идешь внутрь. Я сюда. Делаем так мы. Так, ты у нас не видишь его, да? Но мы не можем так пройти. Так, ты его видишь? 45%. Давай, удачи. Мимо. Мимо. Ну когда глухую оборону здесь делаем, а тебя. На всякий случай, если нападет. Так, ты у нас сколько? 57%. Огонь. Готов. Прощай, боезапас на нуле. Бля, тут одно минус. Машина меня загорелась. Я про машину забыл. Так, а я могу сам себе подлечить. Двигаюсь. Понятно. Боеготовность. Ты у нас перезарядкой занимаешься. Я перезарядился. Так, а ты у нас тоже боеготовность и глухая оборона. Так, ты у нас речь чего? Скоро оклемаешься. Замечательно просто. Так. Бежим сюда, рискуем. Ты у нас бежишь сюда. Вас понял. Чтобы у тебя была боевая готовность. Тут некуда прятаться, вообще некуда. Давай сюда. Тоже боеготовность. Ты у нас пока в глухой обороне сидишь здесь. Ждем врага. Я не понимаю, где он, ничего он делает, я тоже не понимаю. Так, хорошо, мы здесь спрятались, но нам сюда надо. Значит, что будем делать? Идем сюда. Пора пробежаться. Пробегаемся за ней с помощью ее. Так, ты у нас
Я бы тебе рискнул бы, но тебе Мэл Хэллов, давай, значит, ты пока не будешь это делать. Так, ты у нас плохо то, что у тебя. Давай сделаем и так. Рискнем. А ты? Сюда встанешь? Очень плохо, конечно. Глухую оборону. А ты у нас... А, ты у нас сам не можешь. Ну ладно, сам бежим. Штурм вот один. На вас движутся силы противника. Понятно, чем дольше мы тут находимся, чем они больше будут приносить, да? Еще один такой же чувак. Я вижу его. Огонь. Готов. Готов. Так. Честно, у нас тут больше ничего нет. Так, давай тебя. Боеготовность. А ты у нас... Не ты, а ты у нас бежишь сюда. Да, сэр. Так, ты у нас... Бежишь сюда. Под лавочку, блин. Как это не... Вообще просто. А ты у нас... Сюда бежишь. Боеготовность себе делаю. Он где-то один тут есть, палуба такой. Так, идем сюда. Боеготовность сделаю. Ты у нас пока боеготовность здесь сидишь. Давай тебе боеготовность сделаем. А ты давай сюда. Все, ты у нас идешь сюда пока. Идем тебе глухую оборону. Так. Выхожу. On the move. Так, ты пока боеготовность. А ты у нас сюда идешь, да? Нет, ты у нас боеготовность. Мне просто интересно, если я сюда его отправлю. Тогда будет. Ничего на тебя не получили и не получите. Объект цел, все на борту. Так, убейте, оставишь прицел. Уничтожьте оставшихся и возвращайтесь на базу. Блять, минус 100. И один минус, я не знаю, где он. Выхожу. Блин, я не хочу им рисковать. На самом деле. Так, ты, надеюсь, прикроешь меня. Больше пришельцев я по-любому меньше не будет. Больше пришельцев. Так, и рисковать ей, выходить туда, мне как-то неохота. Я мигом. Рискуем тобой. Боеготовность. 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 Он появлялся на крыше. Так. Я хочу сначала с тобой зайти. Сюда вот. Выдвигаюсь. Как же повезло мне. Мне крупно повезло. Отлично, командир. Готово. Наш приятель сейчас не расположен к сотрудничеству, но думаю, беседа с доктором Вален его переубедит. Фух, тяжелое было, но у нас минус один. У нас минус один. Это очень плохо. Неправильно делал ходы и все остальное. Снайпера опасно туда выставлять. Теперь мы сейчас не будем делать это.
Так, она смерть, 12 дней ранения. Капрал. Так, капрал. Так, капрал, капрал, капрал. Так, ранение 12 дней, тебе не будет. Так, капрал. Что это такое? Тактическое чутье. Защита увеличивается на 5. Каждый, за каждого противника в зоне невидимости. Максимум на 20. Каждый враг в поле зрения увеличивается шанс критического попадания на 10%. Шанс 30%. Давай сделаем так. Так, я тебе. А, ты у нас штурмовик. Блин, во-первых, штурмовик. Вы замучили своими штурмовиками, на самом деле. Прям очень сильно замучили меня штурмовиками. Так, новое здание, лаборатория. Каждая лаборатория увеличивает скорость исследования на 20% и плюс 10 скорость исследования за каждую соседнюю лабораторию. Нажмите соответственно. Понятно? Вы прибыли очень вовремя. Это выживший наверняка расскажет, что перевозил грузовики и где его искать. До связи, понятно, командир. Все, ну мы денежку сюда получили. Давайте посмотрим, что у нас. Сегодня утром прибыли новые инженеры. Генератор должен сказать, есть, мы от пока помощи не откажемся. Пока мы ничего тут не сделаем. Модуль связи. Так. Копать мы тоже пока не будем. Я просто лабораторию, вот она лаборатория, которая нам дает высшее исследование. Что у нас, так, оружие, техника пока у нас без изменений, на самом деле. Спутник мы пока не можем сделать, потому что у нас проблема постройки. Вот эту модуль 3 дня еще осталось нам сдать. Казарма, бойцы молодцы. Ну, у нас не слишком много, их надо нанять побольше, да? Бойцов. Не то бойцов, так, рекруты. Давай 3 наймем себе. 3 бойцов прибудут. Так, медали. Есть у нас какие-то медали? Больше. Только медалей у нас никаких нету. Понятно. Это пока список кораблей. Пока мы ничего не будем покупать, потому что я только следующий получу этот спутник. Ладно, я думаю, на этой ноте остановимся уже. Серия так приблизительно на эту вызов так и получилась. Будем медленно, спокойно проходить эту игру. Всем удачи, всем пока, увидимся в следующей серии и других прохождений. Всем удачи.